Дорогие подписчики, спасибо вам большое за участие в судьбе нашего приюта. Но на данный момент, на самом деле, ситуация у нас очень плачевная. Вот мы даже сегодня на ночь не закладываем питание. Кормить я завтра, ну, не знаю, попытаюсь, наверное, скорее только хлебом. Но вы поймите правильно, два человека, что могут на такой сейчас приют сделать? Вот сейчас первый час ночи, я только сейчас пришла с вольеров. У меня 118 вольеров на территории. В помещение, вот Буба лежит, сейчас будем его подмывать. Сколько еще у меня там инвалидиков, слепых, надо выгуливать. Надо подмывать, надо сейчас столько дел, а время уже час ночи. Мы карабкаемся как можем, понимаете? Вот еще у меня тут мой парень тоже дожидается подмывания и умывания, понимаете? Понимаете?